возвращает шайбу Мыльникову. Передержал немножко шайбу. Наброс на ворота. Еще один сейчас уже конкретный такой хороший бросок. Шайба в воротах авто. Бросал Матвей Насыров. А потом кто-то там с пятака уже шайбу отправил в ворота Антона Зюзина, открыв счет в матче. И судя по тому, что крупным планом нам сейчас показывают Итая Гуревича, он открыл счет. Вновь бросок по воротам Медведев. Хорошо на пятак. И 2-0 у нас счет становится. Разыграли здорово. Итай Гуревич удваивает преимущество Мамонтов игры. Как здесь на пятаке оставили одного Гуревича? Не совсем понятно. И передача от Мурашова. Смотрим, Гуревич против Пахарова. Попытка с игры. Да, и седьмой отправляет Итай Гуревич. Это разгром. Шикарно спал, как надо туда бросать и спал. Да, 3-7 на табло. Появляется Стелегин. И Киржаковым Леонид Колодий падает. Все тот же Итай Гуревич, но здесь не было нарушения. Здесь Мурашов просто расстрелял сейчас Махарова. И 3-1 сейчас становится. Ну, я хочу сказать, что гол, мне кажется, полностью заслуга. Ну, не полностью, но 95% Гуревича, который... Вроде потерял контроль над шайбой, упал, но быстро поднялся и отдал шикарную передачу на свободное место. Мне кажется, даже вот игроки «Белых медведей» немножко расслабились. Вадим Коробицын оказался в нужное время, в нужном месте и не позволил сушить дыхание. Но и в ответной же атаке пятую шайбу забрасывают «Мамонты Югры». Это разгром. Здорово солировал Матвей Голенюк. И отличная передача на Гуревича, который с близкой дистанции прокидывает шайбу мимо Никиты Ананина. Не сумел Ананин в этом матче сыграть на ноль. Хорошо действуют футболисты «Мамонтов» игры. И по большому счету наработали уже на заброшенную шайбу, и она залетает в ворота дагестанского. Пробили. Голкипера «Чайки». И сравняли счет наконец-то. Вот только стоило сказать, что доработали «Мамонты», как неудержимый Гуревич забивает в данном случае конкретно для него сногсшибательную шайбу.